Итак, сегодня мы с вами попробуем новый формат функциональной тренировки. Называется она Bootcamp. Мяч – это для слабаков. Настоящие мужчины работают с жилетом. Пап, хватит, уже полторы минуты. Моника уже тебя оближет сейчас. Всем привет! Лобков Краснодар на связи, и это проект «Сбросить лишнее ты». Дорогие друзья, до окончания нашего проекта остается совсем немного времени. И сегодня, сейчас я объявлю троих финалистов, кто попадает в наш финал и поборется за первое место в этом проекте. К сожалению или к счастью, наш проект покидает один человек. Я в прошлом году, на прошлом проекте, был в такой же ситуации. Я тоже покинул перед финалом проект. Я хочу этому человеку пожелать удачи. Он большой молодец, он добился больших результатов. Наш проект покидает Ярослав Пермин. А за финал у нас поборются три человека. И это Евгений, Игорь и Иван. Чисто мужской финал. Это было известно давно. Как это будет происходить, естественно, мы вам расскажем. Будем голосовать, будем болеть за наших участников. Они добились колоссальнейших результатов, и у них прям на лицо видно, как они похудели. Так что, друзья, смотрим «Блокнот Краснодар. Операция «Карантин». Спасибо.